первый наш маленький алгоритм. Сегодня такие обзоры небольшие. Давайте еще напишем вот здесь результат int. Просто еще создадим переменную. Напишем сумма или sum вот так. А дальше просто напишем sum или sum, не знаю, правильно, равно a плюс b. Не поверите, это уже есть реализация алгоритма, да, то есть я вам покажу другой способ комментарии. Вот, пишу здесь блок реализации алгоритма, сделать комментарий можно вот так, то есть слэш, звездочка, потом звездочка, слэш, это уже второй вариант комментария. Все это мы с вами сделали, как бы вот, вот теперь как нам вывести это на экран, кто подскажет? Какая функция будет выводить на экран результат? Outprint. Правильно. Но здесь мы должны что делать? Кавычки делаем или не делаем? Кто знает? Тут я напишу вывод результата. Вывод результата. Следующий блок. Блок вывода результата. Мы потом поймем, что алгоритмы и так далее мы не должны писать в мейне. Мы должны будем всю эту алгоритмизацию вывести в классы, в объекты и так далее. Тоже это будем мы смотреть. Но в данный момент мы пока будем работать именно так. Блок вывода результатов. Давайте напишем их. Может быть один, может быть несколько. Так, тоже сделаю комментарий здесь. Давайте здесь поставим. Сначала давайте поздороваемся, да, вот так, с миром. Значит, здесь у нас, смотрите, как вывести текст. System.out.println. Это каждое, если пишем ln с новой строки, мы тоже это посмотрим. В общем, данная вот эта вот, ну видите, как функция, не функция, что это означает? Это метод println, да, который принадлежит объекту out, который в свою очередь там принадлежит system. Да, это тоже, когда классы изучим, будет понятно. Пока мы пишем так, system.out.println. Это просто вывод текста. Текст мы вводим в кавычках. Даже если мы сюда сейчас напишем переменную ABSum, он так и выведет. ABSum результат не будет. Чтобы мы вывели тот результат, который нам нужен, сюда нам нужно просто вывести наш вот этот вот сум. Да? Сейчас откомпилируем. Я думаю, тут ошибок не должно быть. Слишком примитивная программа. То есть себе также пометьте в голове, да, то есть если мы выводим переменную, значение переменной, то кавычки мы не пишем. Если вводим текст, то пишем в двойных кавычках. А пока так в двух словах повторю, мы создали переменную, потом написали равно 20, чтобы вы понимали, что этот процесс называется присвоение значений. Потом мы создали переменную, сразу присвоили, чтобы вы понимали, что это инициализация переменной. Потом мы создали переменную и поняли, там ничего не надо вводить. Представляете, вот мы ввели переменную, и бывает такая ситуация, то есть или сразу ввели данные, или объявили потом значение, или просто переменную без значения. Дальше. Алгоритм у нас пока примитивный. Написали сумма равно a плюс b. Ну и дальше результат. System.out.println мы вывели приветствие, и следующая строчка мы вывели значение переменной sum. Поэтому здесь я напишу вывод текста. Вывод, давайте не текста, а строки, будет правильно. Строки. Пишем, заключаем в кавычках, заключаем в кавычки. Я комментарий ставлю вот так вот. А вот вывод значения переменной, давайте вывод значения переменной не заключаем в кавычки. Вот, так. Вот это тоже запомним, да, то есть мы что-то ввели, что-то мы вывели, что-то получили. Все, я это сохраню. И, наверное, дальше по материалу сейчас посмотрю.